А перед началом поставь лайк, подпишись на канал, нажми на колокольчик, и тогда твои шансы на легендарку вырастут в два раза. Здорово, чуваки, с вами снова Флиппи, это новый видеоролик по Brawl Stars, а именно сегодня мы будем снова и вновь смотреть видеоролики по ТикТоку, связанных с Brawl Stars. Надеюсь, что они будут прикольные, интересные, такие же интересные, как смешные моменты, как мы недавно, кстати, смотрели. Ну все, поехали. Надеюсь, что будет реально что-то сегодня клевое. Погнали. Вообще, это, по идее, новые смешные моменты, поэтому, да. Окей, ну вот это вроде бы уже много кто делал. Ну, в принципе, понятно почему, потому что TikTok — это такие видеоролики, которые как бы сделаны как челлендж, то есть все их повторяют. Поэтому, возможно, много мы уже подобное видели, но это все равно новое. Так, Спайк, давай, я в тебя верю. Мы в тебя все верим, давай, давай, давай. Ну-ка. О, все, вынес, красавчик. Джон Сина, Так, ну, вот это забавненько. Окей, мне нравится. О, ну вот, кстати, всегда, когда я снимаю ТикТок и говорю про смешные... когда мы говорим про ТикТок, вот когда попадаются челики, которые хорошо рисуют, я их всегда хвалю, потому что, ну, это хотя бы какой-то качественный контент, так можно сказать. А не просто там вырезку сделал со смешных моментов. Вот это больше похоже как бы на ТикТок, нежели просто вырезку там, ну не знаю. Во, вот это круто, да. О, слушайте, а таких роликов очень много стало. Где с бравлерами. Только она сланцами кидается, окей. А вот это опять смешных моментов, и даже не особо смешных. Просто под музыку. Ну ладно. Вот это точно со смешных моментов, потому что, видите, написано Present Pumba. Это челик, который делает нарезку со смешными моментами. Так что это не очень круто. Опять Present Pumba. Да что ж такое? Вот перезаливают люди, да? С Ютуба все равно все. Так, что и для чего это? А, типа телепортируется, так понял, за каждого перса. Но нужно было делать более динамичную нарезку, чтобы это. Опять эти. Я не понимаю, что это за челлендж такой. Ну окей. Типа пародирует бравлер. Так, Фрэнк. Я, кстати, не замечал, что там Фрэнк сидит на карте и что-то диджеет. Ой, это бан. Это бан, ребята, это бан. Это мне сейчас бан прилетит. О, тише, тише, тише. Суперселл, не кидайте мне страйк. Вообще 42 бравлера. Ладно, окей. Так, опять рисование. Ну, надеюсь, что сейчас получится у челика хорошо. Ага, это Мортис. Уже видны начертания. И вау. Ну, кстати, вот это тоже прикольно получилось. Типа, зачеркну. Вот это талантливый ТикТок получился. Но это, опять же, со смешных моментов. И я не люблю, на самом деле, когда со смешных моментов добавляют. О, Барли. Барли. Блин, а что-то почему-то одних и тех же персов пародирует. Так, подождите, ай, быстро. Блин, ну, окей, это уже видно, что Леон, я хотел быстренько поставить на паузу, посмотреть, что это за перс, попытаться угадать. Это Леончик, ладно. Прикольно получилось, да. Так, качок Бо притянул, и прямо, ага. И 8 бит там появился. Странно. Опять тот же чел. Слушайте, нужно зайти в его ТикТок, неужели он такое снимает? А, ну это мы видели уже. Это с видеоролика вообще Лаугью, если не ошибаюсь. Сейчас мы даже чекнем. Типа паузу ставим. Да, и вот видите, Лаугью написан. Да, многое повторяется. Так. С ботами играть, но это вообще, вот это точно самый, как это, ленивый тиктокер. Во-первых, с ботами играл. Да уж.
Че, выживет Роза? Да. Так, окей, ладно, окей. Боже. Ну что, вот есть реально нормальные тиктоки, есть вот такие дебильные. Да для чего они? Они даже не смешные никакие. Кто это выкладывает? Почему это из тиктока? Так, ладно. Так, следующий видеоролик. Ну-ка, давайте, поехали. Так, булешник идет и... О, братишки подлетают. На Буа. Ну, это клево, потому что вот эта тиктокерская тема... А, ну это из видеоролика, блин, как же этого чела зовут? Блин, не вспомню, как зовут этого чела, но он на ютубе снимает, у него вроде 300 тысяч подписчиков. Так, эту девчонку мы тоже уже видели. Или это другая? Ну, азиаты только такое снимают. А, ну это мы видели. О, это вообще еще старый видос чей-то, где ниты друг друга хилят. Так, ну это фанфики. Эти фанфики, я их не переношу. Кто же снимал фанфики, сейчас помню. Хаймл, да, Ярик. Давайте, я ставлю на шелик, что они затащат. Угу. Ну да, эти просто бычки всегда так сваливают. Это что-то с Brawl TV, но ничего удивительного здесь нет. Да уж. Это даже не смешно, это никак. Давай. Так, он всех застанет, что дальше? Это будет без конца? Ой, лаги с серверами, видите, даже лаги с серверами не дают заснять контент в ТикТок. Боже, какие лаги. Так, ну это, я думаю, вы шарите, типа, до этого мы смотрели видосы, где кто-то за кем-то бежит, и потом из кустов выбегает челик, и он быстро обратно возворачивается, тут наоборот, типа, эта шелька, она всех взяла, всех размочила. Так, неудачные моменты, да? Да. Опять. Это как в конце... предыдущего ролика вот такая уже хрень была, где персонажи меняются. Ну вот что это кринж в ТикТок. Ну Роза, понятно, выживет. Ладно. Окей. Так, ну. Вот, кстати, смотрите, видите? Большинство тиктоков, которые мы видим, они сняты русскими, то есть у них русские вот эти вот слова везде, ники русские, но почему-то музыку никто русскую не ставит, то есть в тиктоке же дофига ее, не знаю почему. Так, и канал этот ведет, наверное, русский человек, скорее всего, но притворяется. А, вот русская музыка, но меня за нее забанят. Если вы я ее удалил, то это, если что, Мэвел Холодок. Ой, это Спанч Боба. Но, опять же, ничего не происходит. Вот тут очень часто ничего не происходит. О, Папк, Brawl Stars, давай. Неужели папка такое большое, а Brawl Stars наоборот должно быть? Папка, Brawl Stars точнее огромный, а папка маленький, ну, по сравнению с Brawl Stars. Для телефонов я имею в виду. Давай.
И ульту включили. Бум. Все, папка повержен. Все теперь играют Брау. Опять моды нет. Меня опять забанят сейчас. Ой-ой, аккуратненько. Аккуратненько. Лишь бы этот ролик не увидели Supercell. Если что, это не мой ролик, это ТикТоки. Так, это что такое? Окей. Опять. Давай. Пока. Ну здесь Пока должен выиграть, да? Слушайте, может я тоже заведу свой ТикТок? Потому что это так, мне кажется, легко. Это же... Это просто берешь, выкладываешь... Да все подряд, даже не нужно ни смешного, никакого. Просто выкладываешь, все, у тебя будет популярный ТикТок. У меня сразу появляются мысли это создать и сделать. Правда, зачем, конечно? Все, это был конец видеоролика. Ребят, спасибо, что смотрели данный ролик мой. Ссылка на оригинал есть, конечно же, в описании. Если вы хотите, чтобы я снял продолжение данного ролика, то 2000 человекосиков набираем. Ждем более крутых моментов в ТикТок. И, возможно, я даже сам попробую что-нибудь туда снять. И, возможно, запилим какой-то ролик про это на мой основной канал. Все, всем спасибо, всем пока, с вами был Флиппи. 2000 лайков, погнали.